Начинаем с главной темы последних суток. Пожар в Цумадинском районе. Пламя уничтожило 17 домов жителей села Тиси Ахитли. Общая площадь пожара составила 2500 квадратных метров. На ликвидацию ЧП спасателям понадобилось порядка 3 часов. Были задействованы 61 человек и 13 единиц техники. Из-за плотной застройки и сильного ветра пламя распространилось в считанные минуты. Без крова остались 64 человека, которых временно разместили в здании сельской школы. С погорельцами встретился глава республики Владимир Васильев. Сейчас все министры работают по задачам обеспечения сейчас электричеством, газоподведением. Из миграционной службы сюда приедут люди. Здесь есть один сотрудник уже миграционной службы, я знаю, работает, видел. Будут помогать оформить быстрее документы. В ближайшее время хозяева полностью выгоревших домов получат 100 тысяч рублей. 50 тысяч выделят тем, кто частично утратил имущество. Также будет оказана единовременная материальная помощь.